Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики моего канала. Я всех рада вас приветствовать. Спасибо вам большое, что вы оставляете комментарии, поддерживаете мой канал, а также оставляете мне запросы на те видео, которые для вас более интересны и актуальны. В 2021 году в городе Тюмени была убита Настя Муравьева 30.06.2021 года. В этом преступлении обвиняют Бережного Виталия. Сейчас я посмотрю, виновен мужчина в смерти и изнасиловании девочки, да или нет. Работаю на двух колодах. Колода «Ведьм» и колода «Черный гримуар». Первое, что я посмотрю, карта Виталия. Карта Виталия. Виновен ли он в преступлении? Виновен ли он в преступлении? Вы знаете, я не могу сказать по этой карте. Он, конечно, человек, который работал и заинтересован был в материальном благополучии. И у него, знаете, большая ведь тяга была к тому, чтобы жить хорошо. Прям реальная тяга жить хорошо. Он достаточно энергичный, может быть, любит поговорить. Идейный такой. Может быть, выдумщик сам по себе. Вообще, во всяком случае, он умеет находить общий язык. У него есть лидерские качества. Карта-то неплохая сама по себе. Человек с большим потенциалом. И почему же на него вешают такое серьезное преступление? Возможно, потому что когда-то какие-то были косяки. Сейчас я посмотрю, в чем же дело. Почему на него вешают такое преступление? В чем проблема? В чем причина, почему на него вешают такое серьезное преступление? Причина, почему на него вешают такое серьезное преступление? В этом еще кто-то замешан? Человек, которому именно выгодно на него повесить это преступление? Это во-первых. Даже, возможно, ему кто-то как мстит за что-то. Сам он по себе находится в зависимости. У него закрыта сердечная чакра. Здесь у него было и предательство, возможно, и он предавал. Но у него достаточно недругов, я хочу сказать. В том, чтобы именно конкретно на него повесить это преступление – здесь заинтересован конкретный человек. Но почему именно его выбрали? А он самое слабое звено оказался. А в чем дело? В чем причина? Человек зависим. По всей видимости, у него слабая защита, у Виталия Бережного. А слабая защита, потому что он оказался слабым звеном. Что-то с ним не так. Хорошо, в чем причина? Что с ним не так? Информация закрыта.
В данный момент с Виталием что-то происходит. Даже до этого происшествия здесь идет информация как трансформация, как идет как смерть, перерождение. У человека все рухнуло. У самого-то, у этого Виталия, большая тяга к зарабатыванию денег, и у него хороший потенциал. Но я также вижу, что у него достаточно врагов. Есть люди, которых он конкретно когда-то обижал. А он оказался в этой истории слабым звеном. Мне пока непонятно, почему в данный момент именно всех собак на него вешают. Но у него есть люди, которые его недолюбливают. Что касается по совершал ли он это преступление. Вот смотрите, здесь идет король мечей. Король мечей – это однозначно человек, который опять-таки принадлежит к власти, у которого имеются возможности, который носит форму. На данный момент в этом преступлении вот конкретно в этом преступлении замешан тот человек, который имеет отношение к власти. На Бережного все это вешают, потому что это кому-то выгодно. Хорошо, кому выгодно и для чего? Посмотрим. Почему выгодно на Бережного повесить это преступление? Виновен ли он или нет? Нет, потому что я не вижу, чтобы он был виновен. Понимаете? Конкретно он. Люди заинтересованы сейчас, в данный момент, правоохранительные органы, чтобы это преступление было раскрыто. Дано было такое задание, взято было под контроль. И просто нашли, как говорится, человека, на которого можно повесить всех собак. Во-первых, то, что еще я вижу по этим картам, очень много было разговоров вокруг именно этого события, именно вокруг преступления Насти Муравьевой. Поднялась вся общественность. Очень много об этом трубило в СМИ. И не просто в СМИ, на телевидении. И по всей видимости было взято дело под контроль высокопоставленным человеком, который имеет отношение к власти. Но это также, возможно, Бастрыкин. А все, что он берет, Бастрыкин, под контроль, оно очень быстро раскрывается. А на самом деле ищут просто виноватого и вешают на него всех собак. Кто причастен к преступлению Насти Муравьевой? Человек, который имеет отношение к форме, я еще раз говорю, человек, который имеет отношение к форме, также я вижу, что он не был там один. Этот человек не был один, он был еще с кем-то. А у человека, у которого есть связи, у человека, который, у него есть возможности, у него есть деньги, и он не совершал один это преступление, я не вижу, чтобы он был один. Все, что сейчас делается, это фабрикуются какие-то факты преступления. И дело шито белыми нитками, то, что я вижу. А люди, которые причастны к этому преступлению, если так можно назвать, они, во-первых, передвигаются на машинах. Они носят форму, да, они носят форму. У них есть возможности.
этим людям, да, они молодые, им примерно до 42 лет. Конкретно это преступление совершали двое или один человек? Вообще там же двое или один совершил это преступление? Преступление совершил один человек. Он, конечно же, семейный. Он имеет семью. Ему примерно до 45 лет. Но о его преступлении еще кто-то знает. И я сейчас задам вопрос. Вот этот человек, который убил Настю Муравьеву, является ли он серийным убийцей в городе Тюмени? Виновен ли он к другим преступлениям в городе Тюмени? Знаете, у меня выходит, что да, что он может быть причастен к этим преступлениям. Этому человеку до 45 лет, до 47 лет. Если на протяжении 20 лет эти преступления совершаются в городе Тюмени, значит, он начал эти преступления совершать примерно в возрасте 26-28 лет. И вот в данном преступлении, что касается Насти Муравьевой, он был не один, он был с кем-то. Как этот человек, какое имеет отношение, к этому делу? Мне карты не показали, но во всяком случае, преступление он совершал в одиночку, но его кто-то видел. Есть свидетель, который знает, кто это преступление совершил, но этот свидетель будет молчать. И этот человек имеет отношение к власти, к деньгам и к форме. Он может быть кем угодно, кто у нас носит форму. У нас многие носят форму. У нас охранники тоже носят форму. У нас, полиция тоже носит форму. У нас военные тоже носят форму. Но правоохранительные органы в данный момент взяли человека, на которого нужно повесить это преступление. Я не вижу, чтобы Бережной его это преступление совершал. Там полностью, там все что угодно сейчас сделают, вплоть до того, что скажут, что ДНК его соответствует преступнику. Кто у нас верит в работу правоохранительных органов? Кто у нас верит в работу правоохранительных органов? Правоохранительные органы в данный момент работают на государство, защищают государство. Простые люди не защищены. Люди брошены, как сироты. Все. И в данный момент вот на кого, как говорится, упала стрелка? Это как русская рулетка. Упала на Виталия. По данному раскладу я не вижу, по моему раскладу я не вижу, чтобы человек был причастен. Хорошо, еще раз спрошу. Да или нет? Причастен ли Виталий Бережной к смерти девочки, к убийству девочки? Конкретно Насте Муравьевой.
Нет. Он вообще в этот день, то, что я вижу, он работал. Он никак не мог быть причастен к этому преступлению. Человек был занят. Он не мог это преступление совершить, потому что при всех своих недостатках все-таки Виталий Бережной не преступник, хотя у него достаточно врагов. И я вижу, главный его враг – это он сам для себя. Он страдает, либо у него алкоголизм есть, ну, то есть человек, который страдает каким-то недугом, какой-то зависимостью. Но в данный момент конкретно человек, который имеет отношение к власти, прям заинтересован в том, чтобы это все повесить на Бережного. Здесь уже будет все сфабриковано. Все улики. Но это не он совершал это преступление. Давайте еще задам вопрос. Будут ли еще совершаться преступления в городе Тюмени? И как скоро? Ну, во всяком случае, пока нет. Нет, пока нет. И, скорее всего, этот человек, он, если и будет совершать эти преступления, то на территории других городов. Нет. Но этот человек маньяк. И, конечно же, он конкретно к Тюмени имеет это отношение, к этому городу. Очень большое отношение он имеет к этому городу. Еще раз говорю, это человек при власти. Это человек при деньгах, при возможностях. В данный момент он, конечно же, опасается за свою жизнь. И от него много чего зависит. Как только, я так поняла, Бастрыкин берет под контроль какое-то производство, берегитесь все, потому что может попасть на крючок любой человек, любой человек. Я не верю в работу правоохранительных органов. Кто в нее верит? Я не знаю, кто в нее верит. Полиция не работает на защиту населения. Они защищают права. Я не знаю, кого они защищают, но только не граждан. Они защищают кого угодно. Полиция защищает, возможно, себя же от народа. А сейчас идет бунт среди людей. Если вам к данному раскладу есть что-то добавить, напишите, пожалуйста, свои комментарии. В данном раскладе я не вижу, чтобы Виталий Бережной был причастен к этому преступлению. Я вижу, что идет подтасовка. Я вижу, что именно его поймали, потому что, по всей видимости, он либо он выпивает, либо он наркоманит, но у него какие-то есть пристрастия, и на него можно повесить вот это преступление. Также я вижу, что почему-то у этого Виталия Бережного достаточно врагов, достаточно недругов. Причем, знаете, среди тех же полицейских. Прям вот кто-то прям заинтересован, чтобы именно его посадили, именно на него повесить всю эту вину. А я вижу, что он обычный человек, обычный мужик. У него хороший потенциал. Может быть, он где-то как-то что-то говорит не то, может быть, как-то сплетничает. Ну, что-то вот он либо кого-то обманул, что-то он когда-то конкретно, потому что он склонен приврать, приукрасить этот Виталий. Но он не преступник, еще раз говорю. И у него психотип не преступника. Он достаточно общительный человек. И нужно смотреть, что он был в этот день, что он делал. Потому что я вижу, что он был при работе.
Я также вижу, что его могли видеть, где свидетели, где детализация его разговоров, его звонков. Еще раз говорю, экспертизу можно подделать. Сейчас можно подделать все. Но я не вижу, чтобы полиция защищала граждан нашего государства. А полиция почему-то работает против граждан. Если вам есть что-то добавить к данному раскладу, напишите, пожалуйста, в своих комментариях. Берегите себя. Всего вам доброго.